Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа Варваровка. И сегодня мы с атаманом Варваровского хуторского казачьего общества проводим занятия по огневой подготовке. Четыре с половиной калибр. Самый популярный. Вот, мальчишки учатся разбирать автомат. А я показывал по просьбе, как устроен патрон. Вот рисовал здесь. Вот, ну вот. И вот Аким и Андрей интересуются, как происходит выстрел. Вот таким образом проходят занятия. А в этом классе русского языка и литературы собрались сразу два класса, шестой и седьмой. Являлся знаменитый ПТШ, да? Пистолет именно Шпагина. Знаете, вот на хронике, на фотографиях Великой Отечественной войны Дмитрий Семенович Калинин на памятнике стоит с автоматом ПТШ. Ну вот, занятия закончены, все, мы возвращаемся по хатам. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, до следующих встреч. Я хотел бы сказать, что я не могу.